Привет! Сегодня я хочу поделиться с вами очень простым рецептом печенья. Я буду делать печатное, чтобы показать, что сохраняется полностью рисунок на нем. Но можно делать просто обычной вырубкой. Мягкое сливочное масло, ванильный сахар и обычный сахар. Количество ингредиентов, как всегда, под видео. Миксером смешиваем до однородности и по одному добавляем яйца. Одно смешали и добавляем второе. Должна получиться вот такая вот однородная смесь. Просеиваем муку и туда же просеиваем крахмал. У меня кукурузный. С кукурузным вкуснее. Но если его нет, пойдет и картофельный. Просеяли и теперь замешиваем тесто. Сначала лопаткой, потому что тесто липнет, пока еще с мукой не смешалось. Потом можно рукой. Нам нужно минутки две вымешивать. Долго не надо, это песочное тесто. Вот так собрать его в один ком, чтобы оно соединилось. Масло чуть подтает и позволит нам сформировать вот такой вот колобок. Тесто мягкое, и оно не липнет к рукам, потому что масло там. Теперь мы его нужно положить в пакетик или в чашку какую-нибудь закрыть. Положить хотя бы минут на 15 в холодильник. Пусть полежит. Все. Полежало, достали. Можно раскатать тесто и вырубкой делать печенье где-то 0,5 сантиметра толщиной. У меня есть вот такая штучка. Она для лунных пряников, но с ее помощью прекрасно получаются и печенье. Вот такие печенюшки. Там штук 6 насадок с разным рисунком. Всякие цветочки, загогулинки. Очень удобная штучка. На Wildberries, на Озоне, Алиэкспрессе продается. На лист кладем застеленной бумагой и отправляем в духовку разогретую до 180 градусов минут на 15. Надо смотреть, чтобы они, ну, так слегка зарумянились. Вот такие, смотрите. Вот такое печенье получается. Оно очень хрупкое, очень нежное и вкусное. Смотрите, какое. Вот. Совсем такое вот. Чуть нажал и, ну, песочное тесто. Все. Спасибо, что заглянули ко мне. Приходите еще и делайте.